Всем привет! Меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать вам раскрашенное за июнь. Давайте покажу, наверное, то, что вы уже, возможно, видели. Вот в этой раскрасочке с олененком. Вот такая вот картинка. Эта книжка попала в начинание. Ну, кто смотрел, тот видел. Очень долго я раскрашивала, что-то у меня не пошло, испортила этот ковер, и все, она лежала месяца полтора. Ну, в принципе, мне какие-то моменты нравятся. Вот одежда у девчонок нравится. Ну, вот окошечко такое, ничего. Так. Куда убрать? Нет места на столе. Так, дальше. Пелемешек. Здесь раскрасила вот такую картинку, такое поле с подсолнухами и с фургончиком, но сделала чуть-чуть поярче и немного в других цветах. Ну вот конкретно фургончик. Здесь тоже понравилось раскрашивать. Здесь очень, в принципе, быстро раскрашивается. Карандаши хорошо ложатся. Раскрашивала я калинами, брутфунерами макарон, ну, и какими-то еще уже не помню, если честно. Так, и еще одну, которую вы видели. Это вот такой вот книжечка Dreamland. Здесь такая очень простая работа в ограниченной палитре. Здесь я все раскрашивала маркерами, по-моему. Да. И немного дорабатывала карандашами. Книжка такая простая, рисовка простая. Ну, как это по-другому раскрашивать, я не знаю. Поэтому решила, что будет у меня здесь все максимально просто. Так, дальше покажу. Раскрасила неожиданно для себя в Канока вот такую картинку с осликом. Не знаю, давно мне эта картинка нравится. Мне кажется, даже книжку я частично купила вот именно из-за этой картинки. И здесь вдруг нахлынуло на меня вдохновение. И думаю, дай-ка я все-таки раскрашу. Здесь лимончики, мандаринчики такие симпатичные. Ослик мне не очень нравится. Я его залила акварелью. Потом доработала. Ну, петух тоже так себе. Ну, мне нравятся вот апельсинчики, мандаринчики. В основном-то я из-за них и раскрашивала. Ну, в общем, работа тоже нравится. На фон меня уже не хватило. Я не думаю, что я когда-то его еще докрашу. Думаю, пусть остается так. Так тоже, в принципе, нормально. Здесь цветов очень много. Что-то там еще лепить, может быть, и будет даже лишнее. Так, дальше у меня здесь очень простые дачные работы я брала с собой. Увезла, в общем, на дачу большой пенал с брутфунерами, там карандаши еще Лира и Сфикспрайса. Оставила пенал там и на выходные беру какие-то раскраски. Называю, что я беру подышать воздухом, если вдруг получится, то что-то раскрашиваю. Ну и вот, раскрасила вот такую овечку. Опять же, после лимончиков и мандаринчиков Канока потянула меня вот опять на фрукты, овощи. Решила я вот такую легкую работу раскрасить. Здесь все максимально просто. Вообще абсолютно ничего такого, но мне нравится. Вдохнула, расслабилась, карандашами поузюкала. Так, еще одна дачная картинка. Это Вритти Берман. Так, вот такая вот закладка мне сделала. Здесь тоже все абсолютно просто. Такие цвета подобрала, ну и вот чисто ими раскрашивала. По-моему, раздел вообще даже весна, да. И сделала такой, как будто фон круг вот именно в центре. Даже он у меня не точно не четкий, не ровный. Вот примерно карандашиком желтым набросала, чтобы какие-то границы были. А так мне нравится палитра такая прикольная, симпатичная. Ну и такой разворот получился. Так, еще одна дачная картинка. Это Лулу Майя, миллион кавайных созданий. Опять же, потянул меня на зеленушку, на фрукты, овощи и прочее. Раскрасила я здесь. Кстати, я хотела белой ручкой доработать, но ничего не сделала. Ну да ладно. Раскрасила, в общем, вот таких вот... не знаю, как их назвать. Создание в виде овощей. Тут
и жирафики, и авокадо, и орешки, и какие-то хомячки, кукурузинки. Тоже все быстренько. Брутфунерами они здесь ложатся отвратительнейше. Просто вообще прям скорябают бумагу очень сухо. Ну вот кое-кое как добило. Там тени даже какие-то наложить вообще было невозможно. Ну я решила, пусть будет так. Даже не буду белой ручкой дорабатывать, пусть так остается. Ну, мне тоже, кстати, нравится, как получилось, в общем-то. И тоже хорошо отдохнула. Так, дачные закончились, и еще осталась одна. Тоже отдыхалочка такая быстренькая. Раскрасила я вот такую вот девушку. Что-то вспомнила, что у меня есть несколько картинок из этой вот книжечки. Раскрасила я здесь маркерами. Так, не помню. Ну, а лицо чуть-чуть карандашами дорабатывала. Решила вот такие волосы сделать. Мне, кстати, очень понравилось. И я раскрасила вообще максимально быстро. Ну, наверное, минут за 30-40. Ну, и, в общем, результат даже очень такой неплохой. Ну, здесь, говорю, все маркерами. Надо... Возможно, даже распечатаю всю эту книжечку. Она у меня где-то была. Потому что очень быстро получилось и так очень красиво. Хотя там некоторые картинки, ну, есть вопросики. Вот такие у меня работы получились. В общем-то, немного. Много отдыхалочек. Ну, в общем, мне нравится, да, как этот месяц прошел. Надеюсь, что следующий тоже будет что вам показать. Хочу на недельку уйти в отпуск, уехать на дачу и там отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!